весь советский народ с чувством великого гнева и глубочайшего возмущения клеймит предателей Родины. Родина! Свобода! Путин! Товарищи, с содроганием сердца мы все вместе со всем пролетариатом нашей страны прочитали то гнусное дело, которое делали наймиты капитала. Вот Обама, да, это, конечно, никуда не годится. То, что он мешает, не дает работу, понижает пенсии. Оплатить. То есть опять Обама. Обама. Он тоже. Лидия Аркадьевна. Он вредитель. Озверелые псы фашизма. Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех здесь присутствующих и мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять. Владимир Владимирович, только приказ, мы ждем, не дождемся вашего фас. Мы, товарищи, должны сплотиться вокруг нашей коммунистической партии и великого вождя товарища Сталина. И в эти дни, когда происходит мобилизация всех врагов России, я призываю вас сплотиться вокруг президента России. Они пытались отнять у рабочего класса. Отняли у пенсионеров Московской области право проезда в Москве, в Соединенные Штаты Америки и Госдепартамент. Этого не понимают. Думают, что это сделал Путин. Отнять у рабочего класса всего мира самые ценные, самые дорогие нашего любимого родного товарища Сталина. Путин президент мира! Ура! Правильно! Да! Никакой пощады врагам! Расстрелять всех до одного, как бешеных собак! Смерть изменникам Родины! Чистки! Чистки, мой друг, чистки! Пятую колонну давно пора чистить, просыпайся! Гнев и возмущение всей страны вызвала разоблаченная на процессе гнусная деятельность троцкистских агентов международного фашизма. Этой троцкистской, трижды проклятой банде может быть один приговор – расстрел. Почему решили сюда прийти? В деканате приказали. Флаги дали. Приказ ректора. Нужно 5 человек от группы. Ну вот, набрали, пришли. Нам как никогда надо сейчас сплотиться и поддерживать Владимира Владимировича. Мы, товарищи, должны сплотиться вокруг нашей коммунистической партии и великого вождя товарища Сталина. Если русский ощущает любое давление извне, он никогда не отдаст своего лидера. Никогда. И любые лишения, которые будут внутри страны, меньше потреблять продуктов, меньше электричества, я не знаю, еще какие-то вещи, к которым мы все привыкли. Но если мы будем ощущать, что кому-то извне хочется поменять нашего лидера, и это не наша воля, что это влияние на нашу волю, мы будем просто едины, как никогда. А вы поддерживаете Путина? Я Путин, yes, молодец. Уфая! А вы откуда сюда пришли? Кения. Из Кении приехали поддержать Путина? Да, Путина. Путина very good. А вы где учитесь? I speak English. Я белорус.